Северо-Западный политехнический университет подвергся кибератаке со стороны Агентства национальной безопасности США. Об этом свидетельствует итоговый доклад о результатах расследования, опубликованный 5 сентября Национальным центром экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая. Эту информацию агентству Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. В документе говорится, что управление специальных операций доступа АНБ в течение многих лет осуществило десятки тысяч злоумышленных кибератак против киберцелей Китая, установив контроль над многими оборудованиями, осуществив кражу киберданных с большой ценностью. Как стало известно, что 12 апреля этого года полицейский участок в городе Сиань, провинции Шэньси, на северо-западе Китая, поступило сообщение о кибератаке на Северо-Западный политехнический университет. С помощью технического анализа и отслеживания объединение команды восстановило картину кибератаки на упомянутый университет и украденные документы, а также получило соответствующие доказательства того, что в кибератаках и кражах данных были причастны 13 человек, которые на территории США непосредственно занимались кибератаками против Китая, а также обнаружено более 60 контактов и 170 электронных документов, переданных между подставной компанией АНБ и американскими операторами связи. На данный момент итоговый доклад Объединенной специальной следственной группы о результатах расследования был уже передан в компетентный орган государственной власти. Бакыл Кульчуманов, Акыл Уламбекулу, Nazarnews.